Добрый день, ребята. Снимаю видео конец сезона. Значит, замечание по натяжке сетки затемняющей. Значит, снимаю вам, показываю, как делать нельзя ни в коем случае, как плохо. То есть трижды у нас эта сетка падала, деревянные столбы ломались. В общем, были одни проблемы. Сетка была во многих местах порвана. В общем, выводы мы сделали. И теперь будем более серьезно подходить к этому вопросу. Дальше в следующем видео покажу все-таки, что мы придумали. Будем пробовать.